Новый год принес в регион морозы. Со вчерашнего дня погодные условия в области ухудшились. Температура воздуха понизилась, на дорогах образовались снежные заносы. В связи с этим в администрации области прошло совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Губернатор поставил задачу устранить проблемы, связанные с погодными условиями. В первую очередь это задержка рейсов. Из-за метели люди проводят в аэропорту более 7 часов. Министру культуры поручено заняться досугом ожидающих. Также главной задачей сейчас является подготовка к новому учебному году. Школьные территории должны быть очищены от снега и льда. Но, конечно, особое внимание губернатор уделил состоянию дорог. Посмотрел на тротуары в центральной части города. Но они находятся, мягко говоря, в таком сложном состоянии. Многие, так сказать, там тротуары очищаются и заваливают, скажем так, прилегающие пространства для машин. Или наоборот, обратил внимание, дороги очищаются и все выкидывается на тротуары. Но так дело не пойдет, коллеги, мы уже 100 раз об этом говорили. Потенциальной опасностью в морозы становятся и крыши домов, пока коммунальные службы не успевают справиться с большим объемом работы. Но постепенно проблемы устраняют. Из 3180 кровель, которые мы считаем по результатам обхода, подлежат уборке и представляют собой опасность, в том числе работы, которые необходимо выполнять нормативные, регламентных условиях, это 10 сантиметров снежного покрова, подлежит очистке на расстоянии 2 метра от кромки, они не выполнены на 1859 домах. То есть тут поле нам не пахано еще. Для облегчения работы дорожных служб владельцев автомобилей просят не оставлять транспорт вблизи проезжей части.